Всех приветствую на своем канале. Начинаем влог. Видите, свинину порубила, морковку, еще картошку не всю. Вот ее рублю еще. Вот, и хочу порекомендовать вам вот эти сосиски. Они очень вкусные. Продаются в Перекрестке, стоят 79 рублей по акции. Без скидки 129. И, наверное, в магазине Мираторг официально продаются. Вот, ну, понравились. Вкусные, напоминают чем-то клинские. Вот сейчас картошку дорубим и все, поставим это дело тушить. Ну что, все нарубила, пока лук резала, вообще ядреный лук репчатый. Ладно, закрываем, ставим, так, тушение и старт. Все, пусть готовится. Не надо это. Да ладно, подготовка идет, отпариваем. Вон все вещи, футболочки, вот. Вот чемодан, это для косметики, это чтобы завернуть, ой, как это называется, завернуть. Это тоже вон сборы идут, сборы. Так, летит она в город Алушту, вот смотрите, какая погода на месяц. Вот первые дни хорошо, там, да, 5, 6, 7, а потом вот, ну, плюс 8, дождики, ну, 17 хорошо. Она до 23, вот. Так, санаторий, пансионат называется «Голубая волна». Ну, понятно, что там ремонта не было, СССР, вот, ну, зато увидит Крым, посмотрит. Пенсионерам в Крым и инвалидам, и ветеранам дают только, ну, где-то... октябрь и по май. В летние сезоны там не дают. Вот. Так что ждите. Может быть, у кого мамы стоят на очереди, опять раздают путевки. Путевки еще будут поступать в конце февраля. Вот сейчас они все почти распределены. Это горящие. За 2-3 дня нам предупредили. Так что вот так. Полетим. Аэропорт Шереметьево, Аэрофлота. Единственный опять минус – покупать билеты за свой счет. Вот. Так что вот так. Потом эти деньги вернут. Ну и, конечно же, такси нам, наверное, обойдется. Мы будем вставать в 4 утра. Ну, где-то 1000 рублей. Вот. Все готово. И мне кажется, вот такой ложкой очень удобно, смотрите, чтобы бульона не было, очень хорошо накладывать. Вообще. Прикольно, я купила ложку в Ашане. Ну, чтоб если водичка, там бульон. Вот. Вышли погулять, вон. У нас сейчас плюс один, да? А то потом мы вдвоем не будем гулять несколько дней. Плюс один, солнце вообще обещали, но его нету. В полумраке уже вот 2-3 недели солнца вообще нет. Все тает. Здесь еще маленькие сугробы. У нас во дворе очень большие сугробы. Вот. Да, пойдем гулять, Кузень, пойдем. Пошли. Гуляем. Так тепло сейчас, плюс один. Потом будет резко, как мама уедет. Морозы. В Новосибирске видели вообще минус 47 недель. Ужас. Вот. Гуляем, дышим воздухом. Вот. Потом морозы будут. Кузя не сможет гулять. Лапки будут мерзнуть, а обувь он не носит. Весна! В Краснодаре плюс 15, в Москве плюс 1, в Новосибирске минус 47. Вот такая аномальная у нас погода. Гуляем. Ну что, чемодан почти собрали. Вот, обычный чемодан. Но мы еще пленку упакуем его. Вот. Это чтобы она узнала. Самое главное, забыли полотенце для бассейна. Самое главное. Это бы... Там дают два только полотенца. Одно для бассейна, мало ли каких процедур. А просто тебе не надо, мало ли массажа. Или ты полотенце будешь сидеть. Полотенце. А, все. Может, еще одно бывает? А я оттуда возьму. Буду расходы. Ну, смотри сам. Да нормально. Чё нормально?
ночью дорвались, да, прибыли в аэропорт, сейчас полетим. У нас вот 7:35 Симферополь. Здесь красивые картины показывают. Регистрацию мы прошли. Вот там у нас детская зона. Там кафешки. И скоро пойдет мама. Там нужно оформление проходить. Билетик прикладываешь и проходишь. Стой, стой. Такси море. Сейчас ищем остановку. 851 автобус до речного вокзала. Так. Ну, пойдем. Вон она виднеется, остановка. Народ уже приличный. Что я дома, взяла перекусить в KFC большой твистер. Сейчас собака погуляла. Маме рейс задержали, она не в 7:35 полетела, а в 9. Не знаю, как она успеет в 12 часов дня там автобус уезжает, не знаю, или такси будет брать, ну что-нибудь придумает. Да, да, ты весь изнервничался. Да, да, ты уже изнервничался. Все, мамка отдыхать улетела, да. Да, да. Кул. Так, сегодня хочу приготовить на ужин крылышки и рис. Обычные приправы из Ашана. Я не стала мариновать там, еще что-то делать, майонез там попроще. Вот. И вот такие мне из Крыма привозили специи для курицы. И мама попросила, если она увидит, ну, чтобы какой-то набор тоже там взяла. Очень вкусные, хорошие специи в Крыму. Вот. Стирала кузин комбинезон, потому что мы когда гуляли, вот здесь все в грязи, потому что тает лужи. Вот периодически стираю. Видите, чистенький, все отстиралось. Очень довольна этим комбинезоном. Решила немножко с вами поболтать. А еще у меня целый день болит голова очень сильно. Я уже 2-3 таблетки МИК выпила, анальгин, валидол. Хоть у меня давление 108. 80 и пульс 90 был. Короче, в 3 часа ночи мы встали. В 4:30, даже в 4:15 мы вышли, приехало 2 такси. Странно. Один водитель не русский. Позвонил где-то в 4:05. Вот я ваш водитель, траля-ля-ля-ля-ля. Через 10 минут звонит другой водитель, русский, Игорь. Говорит, я на Ауди, на серой этой. Я ваш водитель. А я делала одну заявку, ну, с сайта Шереметьево такси официально. Я понимаю, что там немножко, ну, наши, наверное, водители. Я этому перезвонила, говорю, мы вас, ну, не заказывали. Он перегородил нам вход в подъезд. Ну, я имею в виду выход в подъезд. Машина своя белая. Хоть и заказывал вообще эконом. Приехал Audi типа джип серый. Мужчина, русский водитель. Доехали мы уже без 5:05, мы были уже в терминале Б в Шереметьево. Как писала, 750 рублей, так и было. Но у него не было 50 рублей там сдачи. Я говорю, ну 200 рублей есть, и слава богу.
Вот. Потом ему тоже надо было водителю по делам быть. Рейс, я так поняла, у всех задержали. Потому что, как мне мама рассказала, там многие... Ну, из этого рейса многие... Кого на 20 минут? Вот кто летел из Домодедова на 20 минут, ну, они там летят 2 часа. А если ты летишь из Шереметьево в Симферополь, 2 часа 45 минут. Вот, и спасибо сотрудникам, да, вот этого санатория или пансионата, они до часу всех ждали, потому что видели, что рейсы все опаздывают. Это очень просто супер-пупер. С чем было связано, я так не поняла. Тетя мне сказала, что там типа дожди были ночью, и некоторые рейсы были задержаны из-за этого вот, ну, там на час, на полтора вот такая ситуация произошла. Ну, не только у нас так. Многие приехали, кто-то там в 12, кто-то 12:30. Ну, всех встретили, вот. Мама хорошо устроилась. Самое главное, она просто первый раз вообще в своей жизни летит на самолете, из-за этого я ее провожала, поддерживала. Лететь ей было не страшно, Аэрофлот там ее кормили, гамбургеры, ну, типа гамбургеры, сок, кофе, все. Самолет почти был полный, 150 человек. Вот. Так что все нормально прошло. А я пока вот доехала на этом автобусе 851, почти 2 часа ехала. Потом на метро еще час. Час пик, да, вот с 7 до 8 на зеленой ветке. Потом где-то в 10 я легла спать, в 12 я проснулась, потому что мне мама звонила, там, типа, все в порядке. Потом я еще час поспала, и все. В итоге получается за целый день там 3 часа до 3 ночи. 2, 5 и еще. Ну, 6, 7. Вот. Еще у нас сейчас... Сколько у нас? Очень резко меняется погода. Плюс 1. А сегодня уже ночью будет минус 10. И когда резко меняется погода, у меня очень сильно болит голова. Прям раскалываются здесь виски. Я уже и тигровый бальзам, и звездочкой. И чай какой-нибудь травяной попила, и погуляла, чтобы... И вот прям болит, и не могу. Когда вот растет атмосферное давление 758, у меня просто башка раскалывается. У вас такое бывает, ну, как бы, метеозависимость? Не могу просто. Извиняюсь, у меня там приходит сообщение, вот. Или когда вот резко атмосферное давление понижается, 720... Ой, с этими перепадами у нас никакой нет стабильности в погоде. То минус 10, оп, плюс 2. В Симферополе, она сказала, плюс 7. Солнышко, вообще не дождя, все сухо. Туи красивые растут. Так что вот так вот. Девчонки, этот скраб-бомба. На аптека.ру я покупала где-то за 100 чем-то рублей. Вот так он выглядит. Там несколько видов. Он как увлажняющий. Так, секундочку. Не такой сильный, как бы, как в фикс-прайсе. Посмотрите. Я сам открою. Он как желе, и по бокам вот такой скраб. Аромат! Обалденный! Просто, мне кажется, самый лучший скраб — это фитокосметик. Нет, ну еще есть кое-какие. Ну, бюджетный аромат просто, девчонки. И он, видите, вот такой вот, как десерт баночки. Просто такой аромат стоит. Облепиха, малина, это такое сочетание. А, морожка. После него кожа такая гладкая. Сегодня на ужин спагетти, макароны, котлеты из индейки. Еще что хотела сказать. Вот эти вот из Икеи мочалки ужасные по качеству. Ну, неудобно вообще мыть посуду. Вообще, ну, неудобные. Не знаю, нам не понравились. На внешний вид хороший. Смотрите, как эти макароны выглядят, видите? Они таким с белым налетом. Ну, это может пшеница, мука. Прикольно, да? Барилла по-другому выглядит. Сейчас поеду к бабушке. Ну, долго, конечно, ехать. 17 станций на метро. Вот эти кружки. Потом, видите, покупки из фикс-прайса. Абрикосовое варенье. И это уже наше домашнее. Здесь тоже кружка, чтобы она не билась. И домашние кабачки.
Вот. Потом, знаете, что у меня случилось? Сейчас покажу. У меня ключи, видите, что? От ключа придется заказывать ключ, но сейчас не буду заниматься. Потеряла вчера, смотрю, а ключа нету. У вас такое бывает? Ключу, наверное, я не знаю, лет 10, наверное, точно, 12. Буду заказывать. Так, метро, наверное, с собой возьму Луиза Хей почитать, потому что долго ехать. Но тут так быстро она не читается, потому что тут жизненная ситуация. Но я много книг ее читала, очень много. Вот это я не читала. Старое издание, я на Юле покупала у девушки. И бабушке отвезу, видите, квитанции за январь, то, что оплачивали. Вот. Она в возрасте, бабушка 80 лет. Но это не моя, это мужа бабушка. Сейчас поедем. Приехала я. Сейчас идем. Орехово-Борисово. Церковь. Через стоянку. К метро, которое... Не такие сугробы. У бабушки есть рядом церковь. Сейчас вышла женщина из машины. Я в шоке была. Красные сапоги, шпильки, красная куртка. Я не знаю, может, они поминки заказывать на похороны. Ну так, в церковь одеться, это, конечно, ужас. Шпильки красные, представляете? Ужас. Так, едем в лифте. 9-й этаж. Всем привет. Ой, едем. Но я не стала это. Здрасте. Да я не закрываю. Вот. Да. Солнышко светит. -4. Птички поют. Да? Да-да-да-да-да. Ну что, заканчиваем влог на этой хорошей ноте. Спасибо, что были со мной. Жду от вас комментариев, лайков. Да. А то очень длинный влог такой получится. Я кусочками несколько дней снимала, когда была свободная минутка. Надеюсь, вам было интересно и вам понравилось. Если какие-то вопросы, задавайте.